Районные соревнования по кубору прошли в рабочем поселке Ленево на базе гимназии. Участие приняли 75 взрослых и ребят из детских садов и школ района. Расширить географию участников удалось за счет взаимодействия с угледобывающим предприятием. В соревнованиях по кубору мама и дочь участвуют впервые, правда, были на одной тренировке. Екатерина отмечает, что это очень интересно. Во-первых, заставляет работать мозг, а во-вторых, объединяет семью. Все получилось, сориентировались быстро. Сначала у нас, конечно, не получалось, да? Сначала не получалось, несколько раз запускали. Где-то проходило, где-то не проходило, а в оконцовке собрались. Немножко поменяли конструкцию, и все получилось здорово. Не ради победы, а для участия пользу кубору сегодня оценили многие. Пусть и не все получилось, говорит Валерий. Ребенок остался в восторге. Ну, я думаю, для пространственного, для логического мышления ребенка очень полезно. Районные соревнования проводят в рамках Всероссийского фестиваля науки. Участие принимает 75 человек. Всех разделили на разные потоки по возрастам. Самыми активными оказались дошколята. Задача у всех одна – проложить из кубиков самый длинный маршрут. Дошкольники у нас особо активно проявляют. А здесь у нас еще идет взаимодействие с родителями. Поэтому дошкольников у нас вообще 14 команд. Мы их тоже разделили на два потока, ну, в связи с тем, чтобы было и детям, и родителям комфортно. Соревнования по кубору проводились в рабочем поселке Ленево и раньше. Правда, сейчас появилась возможность расширить географию. Участвуют школьники из образовательных организаций района. Это благодаря содействию угледобывающего предприятия в рамках реализации развития инженерно-технического творчества. Финансовая поддержка позволила купить интерактивную доску и проектор, а также приобрести подарки для участников районного конкурса.